Накануне группа врачей, прибывшая из Москвы во главе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, побывала в Центральной городской больнице Хасавюрта. Врачи побывали в красной зоне, где лечатся больные коронавирусной инфекцией. Проценко отметил профессионализм местных врачей и подчеркнул, что работа в медучреждении выстроена правильно. Уже после обхода вместе с главой города и руководством больницы он обсудил тактику лечения тяжелобольных пациентов. Две больницы, которые с нашей точки зрения на самом высоком уровне, это больница здесь и первая городская больница в Махачкале. Да, с позиции организации, с позиции команды, с позиции, насколько ребята начитаны, знают российские международные протоколы. Если реанимация еще поможет с мониторами прикроватными, я об этом тоже буду разговаривать с министром здравоохранения, то отремонтированная реанимация, обученный медицинский персонал, с которым ты правда говоришь на одном языке.